Добрый день, уважаемые зрители! После майских выходных, которые в этом году продлились с 1 по 10 мая, началась рабочая неделя. А это значит, что мы продолжаем вас держать в курсе событий и новостей компании «Савелмаш», в том числе делиться новостями со строительной площадки «Алабушево». В данном видеоролике вы можете видеть, что работы по заливке бетонных заготовок и возведению бетонного основания фундамента продолжаются. И совсем скоро начнется возведение металлоконструкций. Предстоит еще много работы, но начало положено. И мы рады, что деятельность на стройке идет в соответствии с графиком строительных работ. Мы не стоим на месте и делаем все возможное для скорейшего строительства ПКТБ и его сдачи в эксплуатацию. Следите за новостями проекта и будьте первыми в курсе событий «Савелмаш». До новых встреч!